Ну что же, всем привет! Сегодня, я думаю, пора снять вторую фигурку Звездных Войнов. Мы уже посмотрели на генерала Гривуса из 2015, но сегодня пришло время посмотреть на новую фигурку из 2016 года. Это у нас вот такой вот дроид К2СО. Что ж, на коробке мы можем видеть самого дроида. Как он стоит в какой-то обыкновенной позе и на кого-то смотрит. Искры еще извергаются какие-то. Артикул этого набора 75120 К2СО. С 9 до 14 лет. Механизм 29 сантиметров. Слушайте, большая фигурка. Конструируемые фигурки Звездные войны от Лего. Вот его боевая поза. Так что скоро мы будем его обозревать. Всем пока!